Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Сейчас нахожусь в Анталии. Мы провели наш съезд, наш форум. Прошло очень на высшем уровне, было очень много людей, очень много хороших бизнесменов. Спасибо за ваше доверие, спасибо за то, что вес есть в нашей жизни. Дорогие друзья, я есть, потому что вы есть. Меня больше всего вдохновляют ваши комментарии, ваши результаты. Иногда люди Говорят, что вам подарить и так далее. Я говорю, ваш, самый лучший ваш подарок ⁇ это ваши результаты. И следующая важная вещь ⁇ всегда говорите правду о наших курсах, о наших занятиях и так далее. Практикуйте, чем и что мы обучаем, и Аллах даст еще с помощью Всевышнего, вы получите те результаты, ради которого ходили к нам на тренинг. Хочу ответить на несколько м -м, хорошие вопросы. Вопрос такой, разумно ли развиваться сразу в нескольких сферах бизнеса? А, дорогие друзья, если мы говорим о том, разумно ли развиваться в, в нескольких сферах бизнесах я имею большой опыт в этом направлении. С, вчера посмотрел отчеты, 58 долларов миллионеры миллионеры мы выросли. 58 Уже у нас 58 долларов миллионеры которые в наших курсах посвящая нашей системе бизнеса, наши мастер-классы, наши индивидуальные обучения, выросли. Я Вечера видели его отчете и так далее. Парень, когда пришел к нам, у него было, а, валовые доходы были чуть больше а, 300-400 тысяч, и 21 год 500 чем-то, в этом году уже миллион, а, миллион сто чем-то, около миллиона двести. А, а, держит парикмахерский в а, Нью-Йорке. А, джовид это один из моих э, хороших учеников, молодой парень, и я горжусь ему. Теперь давайте я буду говорить о том, что разумно ли развиваться в, сразу в нескольких сферах бизнеса. Я не рекомендую вам это делать, потому что, чтобы несколько сферах бизнеса развиваться, вам нужно иметь мышление инвестора. Вы не можете одновременно быть бизнесменом, но заниматься несколько сферах бизнеса. Если вы будете заниматься несколько сферах бизнеса, у вас бизнес остается маленькими. Послушайте, пожалуйста, внимательно. То есть у вас будут 5 или 10 бизнесов, но прибыла будет почти очень мало или почти что не будет прибыла. А получается, что в одном бизнесе, если вы зарабатывали бы, например, 20 тысяч долларов, когда откроете 3-4 бизнеса, вот эта прибыль будет распыляться на это 3-4 бизнеса, у вас ощущение будет, что у вас есть 4 бизнеса, но прибыль остается на том же уровне. Я эти ошибки делал сам в свое время и не хочу, чтобы вы делали те же самые ошибки. Лучше иметь один сильный бизнес, чем иметь 3, 5, 6, 7, 8 бизнесов, которые слабы. Один сильный бизнес – Конкурентоспособный бизнес ⁇ это лучше, чем иметь несколько бизнесов, которые маленький, маленький или слабый бизнес. Если вы хотите, чтобы несколько разных направлений иметь, чтобы риски уменьшить и так далее, но это надо делать потом. Как? Сначала в одном направлении, в одном бизнесе станьте лучшим. Сначала в одном бизнесе развивайте, развивайте, развивайте. Потенциал этого бизнеса максимально развивайте потенциал этого бизнеса, раскройте максимально, достигайте максимум результата с одного бизнеса. Сначала завоюйте свой локальный рынок, а потом, если сможете, видите на регион региональный и так далее. Посмотрите, вот сникерс, продает только один продукт. Или посмотрите, кока-кола, только два-три вида напитки и так далее. Или посмотрите, там Рафаэлла, ну шоколад. И так далее. А потом рядом с ним, соответственно, 2-3 можно какие-то там сопутствующих продукт добавить и так далее. Сначала станьте на локальном рынке э, номер один. А когда ваши обороты будут больше миллиона долларов и так далее в год, тогда расширяйтесь по географиям. Если видите, что в этой локации у вас места нет, тогда по географии расширяйтесь. Лучше двигайтесь так. Когда вы занимаетесь одним бизнесом, вы в этот бизнес глубоко погружаетесь, и вы начнете лучше понимать его. Вот. Когда вы уже достигли определенный уровень, начните по географиям расширяться. Выходите на региональный рынок, выходите потом за соседние государства и так далее. С одним продуктом. Будьте конкурентоспособным. Вот. Станьте сильным. Если вы бизнесмен, хотите иметь мышление бизнесмена, только так фокусируйтесь и двигайтесь. Но наступит момент, когда у вас появляются резервные деньги. Наступит момент, когда у вас появляются резервные деньги, и вот тот момент, вы видите, что у вас появилась определенная сумма денег, а ваш бизнес не нуждается в вливании денег. Она уже больше не нуждается в вливании денег, и достаточно, бизнес сам генерирует деньги, и дальше он не нуждается. Он сам может масштабироваться, развиваться и так далее. И эта сумма лишняя остается каждый месяц. Это могут произойти на третий год, на пятый год и так далее управление вашего бизнеса, и возможно, что ваш месячный оборот будет больше миллиона долларов. Возможно так. И вот тогда он будет генерировать деньги, и у вас остаются лишние финансы. Вот три показателя есть, когда можете вы чем-то другим еще заниматься. Первый показатель – у вас появляются лишние свободные деньги. И вы видите, что вы, этот бизнес не нуждается, чтобы вы обратно эти деньги туда реинвестировали. Второй показатель — у вас появляются кадры, то есть у вас есть резервные кадры. Вы начнете понимать, что вы выросли хорошие кадры, у вас есть уже резервные кадры. Если даже какое-то другое направление хотите заниматься, есть кому, кто это будет управлять, есть тому, кто этим будет заниматься. Это второй показатель. Третий — если вы потенциал своего бизнеса максимум уже использовали. Вот, только вот это, в этих трех случаях, только тогда вы можете посмотреть какие-то растущие рынки, какие-то новые направления и так далее. Посмотрите, анализируйте и попробуйте. Это будет более разумно, это будет правильно. Так можно делать. Это будет, наоборот, выгодно. Вот. Но помните, что когда вы зайдете в других бизнесах и так далее... Это должна отдельная команда, если вы сами хотите. Или либо выкупайте доля растущих бизнесов. Я так и делаю. Я просто сейчас выкупаю доля растущих бизнесов и все. Потому что все делать самому это нельзя. Иначе у вас будет много бизнесов, но у вас не будет жизни. А вам это надо? Нет. Вам надо, чтобы у вас было... И деньги, и жизнь тоже был, чтобы у вас была возможность пожить, возможность путешествовать, возможность время провести с семьей и так далее. Так что, дорогие мои, если вы задаете мне вопрос, разумно ли иметь одновременно несколько бизнесов? Я вам скажу так, на начальном этапе вообще это неразумно, ни в коем случае это не делайте. Второй вещь, чем иметь несколько слабый бизнес, лучше иметь один сильный бизнес. Лучше выберите в чем вы можете быть лидером, вот это один сильный бизнес, развивайте, 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 развивайте. Третье, когда у вас будут вот эти три показателя, которые я сейчас озвучивал, только тогда вы имеете право расширяться или выкупать долю других бизнесов или инвестировать в других бизнесах. Но помните, что когда несколько бизнесом занимаешься, у вас либо должна быть управляющая команда, либо у вас должно быть уже вы должны уйти от бизнеса и стать инвестором, чтобы у вас в голове формировалось мышление инвестора. Чтобы вы понимали, что с мышлением бизнесмена пойти инвестиции заниматься не пойдет, это будут очень сильно мешать вам. Как обеспечить постоянное развитие бизнеса? Вот. Это один из самых важных вопросов, это необходимый вопрос. Смотрите, как обеспечить постоянное развитие бизнеса? Все, что не расширяется, оно сокращается. Посмотрите, начнем с Законы закона природы. Одно дерево, черешня или одно дерево, абрикос, сколько косточки бросает, чтобы его потомство, чтобы его сорт продолжал жить на земле. Наверное, одно дерево протяжении всю свою жизнь, наверное, несколько десятка тысяч, наверное, сотни тысяч косточки бросает. То есть это создает изобилие, приумножается. Только тогда этот сорт не исчезнет, продолжает жить миллион лет. Тот же самый человек. Почему слово семья? Семья. А если у тебя пять детей, с ты с женой, семь человек в одной семье, соответственно, у тебя есть возможность, чтобы твое потомство долго будет жить. Что это означает? Это означает, что, возможно, кто-то из этих пять детей, возможно, что кто-то будет болеть, кто-то будет раньше умирать, у кого-то детей не будет и так далее. Но когда будут их больше пяти, вероятность того и вообще возможность того, что, соответственно, твое потомство будут продолжать, растет. Это законы природы беспрерывное развитие, беспрерывное расширение. Дело в том, что жизнь она для сильных людей, слабых она уничтожает, слабых она просто устраняет. Посмотрите, если человек взрослел, либо сила возраста, либо сила болезни, либо сила что-то такие катастрофы и так далее, человека жизнь отодвигает в сторону. Поэтому жизнь она создана для сильных, но не для слабых. Сильных жизнь отодвигает в сторону а сильным дает возможность. Поэтому теперь давайте вернемся к этому, чтобы вы меня поняли. Станьте сильными, постоянно развивайтесь, постоянно надо развивать. И не только себя, и свой бизнес тоже. Если вы развиваетесь, бизнес ваш развивается. Как развивать постоянно бизнес? Как? Что надо делать, чтобы бизнес беспрерывно развивался и так далее? Для этого надо сначала понимать, что все, что не расширяется, оно сокращается. Все, что постоянное развитие не имеет – она все равно умрет. Поэтому мы обязаны с вами заниматься постоянным развитием. Например, когда-то, давайте посмотрим, сначала были вот такие пластинки. Пластинки. Давайте возьмем вот, носителя музыки. Да? Когда-то был продукт такой, пластинки. Потом со временем что произошло? Они превращались в такие, типа, бобины, да? Вот которые крутились и так далее. Лента была, там она крутилась, типа, бобины назывался или как-то так. Потом со временем это пришло к э, кассете. Потом постепенно к ушли и появились э, диски. Вот такие э, эти, эти диски появились. Э, потом появились вот такие компакт-диски. Потом появились флешки. А теперь все YouTube. Скоро все там Wi-Fi, YouTube и так далее, все их нет. Смотрите, как со временем меняется продукт. Или посмотрите, мило как поменялось, да? Было -то вообще вот хозяйственное мило, потом постепенно там все к другая мило с ароматами, постепенно стала ж... маленьким-маленьким в каждой гостинице, а со временем стало жидким мило. Все изменилось. Что я этим хочу сказать? Если вы хотите, чтобы ваш бизнес постоянно мог жить, вы должны его постоянно развивать и постоянно ногу времени, ногу времени изменить продукт, либо изменить бизнес-модель, либо изменить модель продажи. И это беспрерывно должно продолжаться. Беспрерывно. А чтобы постоянно э, ваш бизнес совершенствовался, вы постоянно должны делать анализ рынка, постоянно должны делать анализ тренды, постоянно вы даже, э, у вас должно быть формированный отдел развития, формированный отдел развития, который постоянно изучает будущее. Ваш стратегический маркетинг должен быть очень сильный. Именно стратегический маркетинг должен быть очень сильный. Компания, которая не имеет отдела развития, все равно обреченки гибели. Поэтому эти вещи я обучаю систематизации бизнеса, эти вещи я обучаю индивидуальное обучение И э, вот здесь, мы, когда разбираем каждый блок, мы формируем именно тот отдел развития, который позволяет постоянное расширение, постоянное беспрерывное развитие. Иначе без этого невозможно жить. Так что, дорогие друзья, очень правильный вопрос задавали, хороший вопрос задавали. Вот, пишите в комментариях из вашего опыта, из вашей наблюдении возможно вы видели какие-то компании какие-то бизнесы может быть это рестораны может быть это магазины может быть это столовые пансионаты или там не знаю производства, которые когда-то были очень успешны а сегодня они вы видите что они уже вымирают вы видите что на данный момент эти бизнесы в трудности эти бизнесы от того что не изменились они э, пришли полностью э, стадии э, разорения, стадии можно сказать полностью э, о, банкротства, потому что идет вверх, и постепенно вниз, если не будут обновления и так далее. Так что э, расширяйтесь, развивайтесь, помните, измени себя, измени свой бизнес. Если вы хотите заниматься бизнесом, обязательном порядке вам надо это научиться. Иначе ваш бизнес и его жизнь будут 7 лет и максимум 15 лет. Если вы от 7 до 15 лет э, не начинаете изменить бизнес, это бизнес умрет. Посвящайте наши курсы систематизации бизнеса, вот я там очень много инструментов даю, как свой бизнес постоянно развивать, расширять. Посмотрите Toyota каждый год выпускает новую модель, посмотрите iPhone, посмотрите любой бизнес, постоянно выпускает что-то новое. А зачем? Чуть-чуть другим дизайном. Совершенствует, 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 развивается, расширяется, улучшает продукт, улучшает систему, улучшает бизнес-модель. Именно так вы можете постоянно развивать свой бизнес. Как увидеть сотрудники потенциал? Перед вами есть всегда выбор. Брат умного сотрудника, профессионала. Или бывает, часто бывает, что есть сотрудники, он профессионал, но иногда у него ценности не совпадают с вами, порядочность не совпадает. А иногда бывает, что он ценности совпадает, хороший человек порядочный, но он не профессионал. Мы это говорим так, а это хочет, но не может, а тот может, но не хочет. Вот, вот с этим постоянно ты сталкиваешься. Наверное, кадровая проблема в любой компании есть. Я где-то прочитал, что 97,3% компаний мира страдают от персонала. Это рынок труда самое, самый, самый можно сказать, конкурентный рынок, борьба за хорошие мозги, борьба за хорошего сотрудника. Постоянная борьба. Теперь, если перед вами стоит выбор брат профессионала, который ценности не совпадает с вами, или непорядочные и так далее лучше не берите лучше берите порядочного человека у которого есть э, потенциал у которого есть талант у которого вы видите что у него есть реальный потенциал и вы могли бы ему помочь развиваться и так далее вот чтобы увидеть потенциал сотрудника несколько важных вещей первые первые дайте человеку возможность реализовать свои идеи, дайте человеку возможность говорить хотя бы свои идеи, дайте человеку возможность проявлять себя в команде, дайте человеку возможность ошибаться, дайте человеку, понимаете, создайте человеку выгодные условия, чтобы он мог не бояться ошибаться, просто не бояться ошибаться. Если он ошибался, не ругайте, вы, если хотите, если вы разозлились и так далее, критикуйте не личность человека, критикуйте его поступки, его работу. Я раньше тоже ошибался, иногда злился на сотрудников и так далее. Сейчас, если я злюсь, я говорю, послушай, ты же классный парень, а вот эта работа не подойдет нам. Давай как-то это сделаем по-другому и так далее. Давай думаем, как эту работу по-другому делать. Поэтому, если вы не даете ему возможность, как он может показать вам свой потенциал? Он же не может вам показать свой потенциал. Так что вы должны дать ему, человеку, возможность. Смотрите, вдох... используйте метод бургера, гамбургера. Это что? Поддерживайте сотрудника за его хорошее, а потом говорите то, что у него не получается, а потом... Опять говорит, если это изменит, если это улучшит, какой результат был бы и так далее. То есть его недостаток поставьте как бургер, метод бутерброта или как бургера и так далее. Тогда вам будет легче, легче раскрывать потенциал у сотрудника. Помните, что человек похожий как цветок. Цветок, если света хватает теплота хватает, удобрение правильные, и поливаешь это цветок, только тогда цветок раскрывается. Человек похож на это. Если человек попал в ту среду, где себя читает, чувство нужным, Повторяю, если человек попал в ту среду, где считает себя нужным, где он чувствует, что э, его поддерживают, где чувствует, что его не оскорбляет и не, не унижает и так далее, он чувствует, что он нужен эту среду, своей полезность он должен чувствовать и так далее. И вот там раскрывается. Поэтому создайте спрос на талант этого человека, создайте спрос э, на его умение, на его ум и так далее. И дайте ему понять, что компания нуждается в его помощи. Дайте ему понять, что компания очень необходима, его умение и так далее. Создайте спрос на его помните, что любой человек, если попадает в правильную среду, которая чувствует, что он там нужен, и, и эта среда усиливает его, усиливает, а не рубит, усиливает, тогда он раскрывается. Давайте привяжу простой пример, сразу вы поймете, очень простой пример. Давайте возьмем так, яйцо. Вот, курение яйцо. Возьмите курение яйцо и любое яйцо. Возьмите яйцо. Яйцо ареола или яйцо, там, не знаю, там, куриное яйцо и так. Если это яйцо снаружи сломаешь, снаружи, если вы сломаете. Жизнь заканчивается этим. Но если это яйцо изнутри лопает, изнутри растет из лопает, и тогда рождается жизнь. И посмотрите, два разные вещи. Человек должен изнутри меняться, человек должен изнутри осознавать, человек должен изнутри принимать решения. он должен, путки достижения больших э, целей, путки э, достижения грандиозной цели, э, это путь изнутри. Если вы снаружи будете его оскорбляться, снаружи будете давить на него, если вы будете постоянно снаружи на него, э, можно сказать, э, постоянно его ошибки указать и так далее, вы сломаете человека. Если хотите психологически сломать человека, постоянно его говорите о его ошибках, он умрет просто. Вы не должны его сильно критиковать. Вы должны использовать метод бутерброда. И одновременно, что вы должны делать? Помочь ему изнутри раскрываться. А чтобы изнутри раскрываться, создать атмосферу. Вы меня спрашиваете, как видеть потенциал у кадра. Дайте им возможность, они раскрывают себя. А потом среди них вы видите, что у кого есть потенциал, с ним составляйте контракт на 10 лет, что давай 10 лет будь со мной, а я тебе помогу учиться в лучших местах и так далее, и так далее. И помогите ему раскрываться, развиваться и так далее. Это позволит э, этому человеку стать сильным кадром. И помните, человек никогда не забывает там, э, где он вырос. И человек никогда не забывает того человека, кто помог ему расти. Спасибо. Пишите комментарии, если у вас была возможность помочь кому-то реализовать себя. Пишите комментарии, как ваше руководство делало. Возможно, вы видели где-то небудь, когда какой-то руководитель так классно подошел, что э, вы могли реализовать свой талант или вы раскрылись. Пишите свой комментарий, кому-то поможет ваш опыт. Вместе изменим мир к лучшему.